были представлены самые популярные виды – самбо и армейский рукопашный бой. Оба являются фундаментальными при спортивной подготовке молодежи к службе в армии. К тому же в этом году борьбе с самбо исполняется 80 лет. В турнире приняли участие спортсмены-самбисты спортшкол курорта, а также представители армейского рукопашного боя из военно-патриотических клубов «Десантник», «Ястреб», «Гренадер», «Гвардия». Всего более 400 атлетов. Показательные выступления организовал Сочинский центр адаптивного самбо для детей с ДЦП. Сильнейшие спортсмены в своих видах были награждены кубками, медалями и грамотами. А для некоторых самбистов турнир стал подготовкой к первенству России, которое пройдет в ближайшее время в Подмосковье.